Кировские производители меховых изделий объединились. После долгого перерыва возобновила работу гильдия меховщиков. В актив организации вошли 10 производителей. Всего их в Кировской области сейчас около 20. После объединения, говорят, стало проще решать проблемы. Также можно организованно обращаться за помощью к властям. Последние несколько лет для производителей меха выдались непростыми. Введение обязательных маркировок, пандемия, а теперь еще и санкции. Поэтому меховой бизнес бросает все силы не на развитие, а на сохранение отрасли. Потому что это и рабочие места, и развитие экономики региона. Мы находимся в равных условиях в этой ситуации с другими отраслями бизнеса. Единственное, что, может быть, нас немножко отличает, что наша продукция, конечно, не является товаром первой необходимости. В этом есть большая сложность. То есть, как стимулировать покупательский спрос? Ну, стараемся, работаем.